Скончался один из инициаторов и непосредственных участников Ходжалинского геноцида, председатель Армянского союза добровольцев Еркрапа, экс-депутат парламента от Республиканской партии Армении генерал Манвел Григорян. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях член Республиканской партии Армении Карен Авагян. Григорян находился в Нагорном Карабахе 7 октября, однако 20 октября его состояние резко ухудшилось, и по требованию медиков он был срочно перевезен в Армению. Григорян был одним из многих армянских военных преступников, которые должны были предстать перед Гаагским судом за совершенные зверства в Ходжалы, а также на других оккупированных территориях Азербайджана. По собственному признанию активного участника кровавой оккупации азербайджанских земель, на протяжении 4 лет он удерживал в заложниках в своем доме пленного азербайджанца. Напомним, что генерал Манвел Григорян командовал 5-й бригадой армянской армии, оккупировавшей Джебраил и Физули. Именно он разграбил дотла Физулинский район и отличался особой жестокостью по отношению к мирным азербайджанцам в Нагорном Карабахе и азербайджанским пленным.